Всем привет, с вами мистер ДМПРО. Сегодня я вас хочу научить, как делать крутые аватарки для своего YouTube-канала. Необычная тема для моего канала, если я снимаю всякие обзоры, но я решил снять, как делать крутые аватарки. Там для всяких приложений. Это называется приложение, сейчас скажу как. Оно называется Smoke Effect. Ссылочку на это приложение я оставлю в описании под этим роликом. Вот она вот так загружается. И тут написано Smoke. Тут есть Smoke Effect New Name Avatar. Значит, тут есть три рамочки. Create Art, My Work, Rate Us. То есть, Rate это оценить, My Work это твои работы, и Create Art это сделать работу. Так. Ох, реклама. Ну, дальше. Тут есть несколько режимов. Например, вот, например, Ариэль. Мы вводим, например, свое имя. Ну, давайте имя, например, Денис. Мое имя. Денис. Вот. Дальше мы делаем, может, сделаем размер. Поменять цвет. Приложение очень пользуется легко. Можно еще. Ой, это не туда зашел. Стиль своего текста поставить. Можно, например, вот такой красивый, кстати. И поменять фон. Вот такой могу поставить. Тут будет у меня череп. Тут в правом верхнем углу есть кнопочка Save. На нее вы нажимаете. И вот она, ваша аватарка. Теперь можете, например, выйти из этого приложения, зайти в галерею. И у вас будет... Вот они, мои аватарки. Вот. Вот эта аватарка стоит у меня... Вот эта аватарка стоит у меня на моем канале. Надпись это. Это я сам делал. И вот я только что сделал для вас это. Надпись вот Денис. Ну вот. Я вам показал, как делать хорошие аватарки для своего канала. Всем пока. С вами был мистер ДМПРО. Подписывайтесь, ставьте лайки.